Привет, представьте, пожалуйста, что ты представляешь. Привет, меня зовут Анастасия Нифонтова, я представляю Анастасию Нифонтову. Меня зовут Сандра, очень приятно, я представляю чемпионат Turbo Racing Cup. Буквально несколько вопросов. Если бы тебя спросили, что такое тайм-атак, как бы ты это объяснила? А что это? Не знаешь. Тайм-атак — это... Тогда я тебя просвещу. Нет, мы для этого как раз и спрашиваем. Так. Смотри, тайм-атак — это гоночный чемпионат на лучшее время круга. Ага. То есть никаких контактных гонок, никаких гонок на позицию, никакого... очного соревновательного эффекта. Типа как квалификация, да, совершенно верно. То есть это безопасно, это, в принципе, позволяет оттачивать навык, и как бы вообще это хорошая история. Ага. Это любительский автоспорт пока еще. И вот тут вопрос следующий как раз подходит. Как ты относишься к любительскому автоспорту? Считаешь ли ты, что он может помогать при подготовке к профессиональным соревнованиям? Безусловно, любительский автоспорт — это то, с чего все начинается. Без этого никуда нельзя сразу раз и прийти в Формулу-1, все по ступенькам. И все начинается с любительского авто и мото, в том числе спорт, потому что я, например, начинала именно с этого. Для меня мотоспорт это было хобби, я занималась им просто как любитель. И потом постепенно все это выросло в то, что сейчас имеется. Огонь, огонь. Слушай, а в кольцевых гонках у тебя есть опыт? Именно в гонках на автомобилях нет. То есть я пробовала ездить на Moscow Raceway, ребята мне давали попробовать. На мотоцикле участвовала в гонках достаточно неплохо, но опять же это вот не совсем то, что мне нравится. Мне больше нравятся ралли-рейды, мне нравится бездорожье, потому что кольцевые гонки — это про другое, это про тысячные доли секунды, про идеальные траектории, там другого порядка интерес, но это тоже очень увлекательно. А что ты скажешь, если мы тебя пригласим проверить свои навыки на одном из наших этапов в середине лета, как раз на Moscow Raceway? Я только за, я за любой кипиш. Приедешь? Да. Огонь. Спасибо. Да, и какое-нибудь шоу замутите клевое. То есть будет. У вас должна быть женщина с большим декольте, грудью наружу, которая сражается с каким-нибудь парнем. И какая-то должна быть идея, интрига. Люди любят шоу. Перформанс нужен. Нужно, чтобы бабушка 70 лет была самой быстрой. А ее все хотели победить, а она окажется 23-летним трансвеститом в конце. Ну, что-нибудь такое.